Девочки, к сожалению, то видео пришлось перерывать. Приходили свет фотографировать. Потому что тут при мужиках не это не особо. Тут с видео, это с камерой, это совсем. Поэтому, значит, вот что у нас получилось. Мы хорошо вымешиваем тесто из предыдущего видео, что я вам показала. И оставляем вот такое мягонькое, пушистенькое тесто. Оставляем на расстоечку на часик. Вот у меня такая формочка есть специальная для теста. Закрываем крышечкой. Крышечка хлопнет. Ну, то есть она откроется. Это показатель того, что... Ой. Тесто у нас первый раз подошло. Вот видите, как плотно закрываем. И у нас... Опа, что такое? Сейчас мы хорошо закроем. А, вот так. Все. Закрыли. Теперь ждем часик. Ну что, девочки, прошел часик. Вот так у нас поднялось тесто. Видите? Вот так. Вот оно. Значит, поверхность, рабочую поверхность немножко смажем растительным маслом. Так, тесто разделим на две части. Разделим на две части. Такое тесто, приятно так работать с ним, но настолько хорошее. Так, каждую часть примерно где-то одна маленькая получилась поменьше, другая побольше. Значит, мы разделим на 5 частей. И вот такие колобочки сделаем, прям шарички. Шарички, вот такие шарички. На силиконовую поверхность эти шарички вылаживаем и прикрываем полотенчиком, чтобы они у нас, так будем говорить, маленько подстоялись. Ну и так со всеми частями. Ну вот такие колобочки у нас получились. Сейчас мы их закроем полотенчиком, чтобы они у нас маленечко полежали на расстоечке. Ну, капельку. И тем временем мы приготовим начинку. У меня вот здесь яблочный джем с малиной. Так. Посыпка и яйцо для смазки булочек. Значит, прошло немножечко времени. Берем наш шаричек. Делаем в серединке вот такую стопочкой ямочку. И разрезаем вот таким веером. Девчонки, народную правду в этой, на доске объявлений написала, что ужас
насколько эти дороги не грейдируют. Прошло 2 дня, смотрите, едет грейдер. Ну, мне даже смешно. Вот это что, нужно обязательно все куда-то писать? Девочки, это все куда-то надо писать? Ну, что это такое? Так скоро на машине уже не проехать, блин, не пройти. Так на машине-то ладно, скоро ногами не пройти по нашей улице. О, смотрите, грейдер едет. Ну, вообще. Так, значит, вот такая у нас булочка получилась. Вот. И сейчас мы в серединочку ложим наш джемчик. Так, примерно где-то с чайную ложечку, может быть, маленечко побольше. Просто я покажу на примере, на одном примере. Значит, вот так, так. Ой, господи, потому что у меня стол-то намазан маслом растительным. А сейчас мы ее помажем взбитым яйцом. Ну, так и со всеми остальными мы будем проделывать. Так, а сверху на эту булочку, ну, я надеюсь, вам видно, да, все здесь. Опа. А сверху у меня есть такая секретная посыпочка. А сверху мы на нее посыплем. Ну, конечно, секрета никакого нет. Здесь примерно где-то 20-30 грамм растительного масла. А по вилкой оно пообмято. Добавлено 2 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки муки. То есть получается вот такая посыпочка. И вот так мы проделаем со всеми остальными булочками. Будет готово, покажу. Ну что, девочки, вот они у меня постояли, такие мои булочки, на расстойке. 20 минуток примерно. Вот. И сейчас мы их поставим духовочку на 190 градусов на 20 минуток. Ну вот, девчонки, что у меня получилось. Смотрите на мои воздушные пушистые булочки. Видно? Тут осталось тесто, я не стала делать, потому что мне неохота было джем разводить. Я сделала просто сосиску в тесте. А вот это, ой, горячие еще. Вот такие они, посмотрите, такие мягкие. Ой, горячие. Но я надеюсь, что вкусные. Будешь пробовать? Будем. Ну, с охоты муж приехал. Довольный. С мясом. С мясом. Так что вот, девочки, делайте с удовольствием. И такое будет чудо вкусное, воздушное, пушистое получаться. Запах, конечно, стоит обалденный. Жаль, не передается на экран. Жаль, не передается на экран. Пришло под курицу. Приехал голодный. Не знаю, мне понравилось. То, что говорят, умеешь, не пропьешь, правда? Ну вот, всего хорошего. Голова у меня еще не особо высохла после покраски, поэтому свой пучок не развязываю. Всего доброго. На сегодня все. Пока-пока. А сейчас щелкнуть хочешь? Я хочу щелкнуть. Ой, блин.